Меня зовут Бесимбаева Шолпан. Я приехала на точку совсем с другими, наверное, запросами от ума. Получила здесь разрешение моей личной проблемы. Она связана как с деньгами, так и с отношениями. Это было сильно. И что мне понравилось в особенности, что для каждого участника точка – это театр. Это театр, действие и результат. Что для себя я возьму от этой точки? Ну, мы получили много, да, информации, инструментов. Я получу для себя, наверное, состояние высоты, состояние полета, состояние раскрытия информации с другой стороны. Здесь мне открыли свое сердце, и я в ответ хочу открывать свое сердце как бы этому миру. Верить вообще в жизнь, быть честной, относиться, вообще вести все дела, все действия этично, осознанно и понимать, какие результаты я получу, с открытым сердцем жить, радоваться этой жизни, получать задуманные результаты. Точка – это театр, действие, результат.